чуваки, с вами Аня Кадел, и сегодня я снимаю 7-й выпуск Каст Кадел. Ну, взрыв! Опять. Угу, да. Ай. И у нас сегодня дохерища вопросов от одного человека. Братик, спасибо за 60, мать его, вопросов. Вы понимаете, что такое 60? Это, короче, 6 десятков. Это 10 умножить на 6. Это 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10. Я не умею считать, поэтому просто плюс 10. Вы понимаете, да? Я надеюсь на это. Бумажка, бумажка. Так вот, сейчас мы будем на них отвечать. И, короче, спасибо огромное, такое количество вопросов. Вот, да, да. Что ж, погнали! Привет, Зай! Уж тебя я без вопросов не оставлю. Привет! Первое. Кто является символом канала, кроме Аники? Только сам Аника, потому что Аника незаменимый хер. Второе. Подключишь партнерку, когда будет 1К? Ну, конечно, как же я без бабла-то, а? Третье. Как там барон? Бомбич! Как-то вот так. Ок, да. Вот, да, да. Ари. Ари, просто ари. Ари. Да. Вот и все. Да, все, уходи отсюда. Четвертое. О чем ты больше всего жалеешь? Я думаю, я жалею о том, что я, ну, потерял козла на улице. Круто, да? Ну, у меня был такой раньше, кто не знает. Козлик, он такой был фиолетовый, как Аника, немножко потемнее. Так вот, я брал его на улице и потерял. И знаете, этот козлик очень был милым, и он был старой коллекции. И сейчас бы, наверное, был бы Пафи, если бы не я. Но я его потерял, потому что я странно рухожу. Да. Пятое. Кто твой идеал? Я сам чесал в цест, изрялся в цест. Ай, что я сейчас сказал? Ну, мой идеал-то я, потому что я такой охрененный. Все. Sell cest is love, sell cest is life. Шестое. Что ты любишь курить? Я, конечно, не курю, курить вредно, но... Но марихуану, которую я сделал вместе с тобой, братик, просто была самой лучшей, поэтому... Поэтому только эту марихуану я люблю курить. Седьмое. Кончилось весеннее обострение. Иди ты нахер. Восьмое. На ком бы ты хотел жениться из студии? На коньяке. Девятое. Кем ты станешь, когда вырастешь? На самом деле, я не знаю, но я бы хотел иметь свою собственную студию, как имеет ее Аника, поэтому... Ну, ты, наверное, понял, что я хочу, да? Ты ж понял? Ну, ты молодец. Десятое. Какая твоя любимая песня на данный момент? Одиннадцатое. Зачем людям мозги? Чтобы думать. Но не все люди используют их, чтобы думать, поэтому... Чтобы думать, все. Двенадцатое. Хорошо. 12. Твоя любимая цитата. Моя любимая цитата Капрала Леви. Цитирую. Ты что, совсем безмозглый? Вынь голову из своей задницы. Ты совсем безмозглый? Вынь голову из своей задницы. Конец цитаты. 13. Когда Вилли? Когда на канале будет 1К? Все, и когда я подготовлю гребаный сценарий. 14. Что будешь делать, если наступит зомби-апокалипсис? Я поеду за тобой. Потому что ты наверняка будешь облизывать каждого зомби. 15. Какой вкус у спермы? Я-то откуда знаю? Нашел, что задать, мразь. 16. В каких ситуациях ты поступаешь бессознательно? В каких-то. 17. Хочешь, чтобы я сделала уак на Самра? Го. Почему бы и нет? Я согласен, давай. 18. Какое свое видео ты считаешь самым лучшим? У меня нет лучшего видео. У меня все видео лучшие, потому что они сделаны одинаково. То есть они каждый раз совершенствуются и совершенствуются. Да. Пизда. 19. Какое свое видео ты считаешь самым ужасным? Самое первое видео на моем канале. Это просто ужас. Мой голос это... 20. Зачитай рэп. Wo drückt der Schuh? Aber Beeilung beim Röcheln. Ich habe heute noch nichts gegessen, außer Weisheit mit Löffeln. Sie haben 10 Sekunden Zeit für die Beschwerden und ihr Leid. Ich empfehle Double Time, denn die Nächsten wollen rein. Hier, ein Zettel mit dabei chemischen Bezeichnungen. Der Apotheker weiß Bescheid. Ach so. Jo. Да, я зачитал рэп.
Вопросы для персов. Ask перс. Ну шо, го, короче. Первый вопрос. Анита, как ты отрастил себе такой елдак? Ну, я макал его в растишку, а потом в Люцифера. Вегас, когда ты перестанешь лагать? Никогда. Риота, чем занимаешься в свободное время? Ну, я сижу в кресле и смотрю на Хиро. Да. Лукас, кинь Зигу. Зигхай. Хиро, а ты будешь в новом сериале? Спроси у Аники. Аника 3, ты встречаешься с Деро? Да-да-да-да-да-да-да, встречается. Иди нафиг! Скайп, ты любишь обнимашки? Люблю. Обнимашки. Настя, ты хорошая девочка? Ну, наверное, да. Сергей, какую музыку ты любишь? Спокойную музыку люблю. Да. Ну, еще иногда люблю послушать Саймона Кёртиса. Половина нашей студии любит этого певца. Не спрашивайте, почему. Мистер Господин, как можно культурно послать человека нахуй? Идите вы на мужской половой орган, молодой человек. Пафи, почему ты был шлюхой? Это был не я, это был Алан. А я никогда шлюхой не был. Дима, дай несколько пикап-советов. Короче, находишь тёлочку, ну или какого-нибудь куна, не знаю, что ты там любишь. Либо ты вообще зоофил и любишь котиков. Так вот, короче, находишь какое-нибудь существо, говоришь ему: ты прекрасно, я тебя люблю. Короче, ведешь к себе домой, дальше поешь чайком, и вы смотрите фильмы. Все, вот тебе пикап. Бум, бич. Куплинов, спой. Вероника, кем ты работаешь в студии? Ну, в общем-то, я что-то типа зама Аники, ну или же я работаю правой рукой Аники. Не надо пошлых мыслей, пожалуйста. Аня, как вы познакомились с Вероникой? Ну, я пришла, короче, работать к ним, актрисой. А там было это милое существо. Ну и потом она стала мне помогать там, да. У меня что-то там не получалось со словами. Я еще была, по-моему, на том испытательном сроке. Она мне помогала. И в один прекрасный момент, когда она мне помогала учить слова, мы... Заткнись! Нет, не надо, не говори этого! Люся, ты что-то скрываешь от Аниты? Ну, на самом деле, да. На один раз на корпоративе я остался там с Аникой. И короче. Сюда иди. И короче, Аника стал ко мне приставать, и я вообще... Это правда? А? Чё? А? Чё? Что? Иди сюда, мразь. Деро, как ты относишься к Деро Руди? Ну, нормально, чё? Хороший чувак. Да. Поэтому нормально, хорошо отношусь. Крутой чувак. Всё, я пойду. Лукас, ты любишь себя? Ну, вообще на самом деле, ну да. Угу, люблю. Поэтому, ну я думаю, второй Лукас к этому, не знаю, как отнесется, короче. Себастьян, тебя иногда пугает Леви? Нет, а скорее всего я его пугаю. Да. Леви, какой предмет в школе тебя бесил? Меня бесила математика, потому что на математике я сидел вместе с Себастьяном. Я думаю, вы поняли, почему меня этот предмет бесил. Саймон, ты милый? Я не знаю, все, это как вы считаете, милый или я? Саймон, хочешь быть в моем гареме? Но почему бы и нет? Саймон, кто твой лучший друг? Мой лучший друг — это Слендер. Саймон, ты пьешь?
Нет, я не пью. Я за здоровый образ жизни. Саймон, будешь коньяк? Буду. Саймон, я тебя люблю. И я тебя. Лав. Риота, расскажи забавный случай из жизни. Самый забавный случай из жизни, из моей жизни, это когда Хиро напился и приперся ко мне. Это надо было видеть. Зачем ты это рассказал? Это было мило. Я тебя ненавижу, мразь. Но Хиро! Они пошли ебаться. Риота, кто из студии тебе не нравится? Мне не нравится мистер господин. Он как-то косо смотрит на моего Хиро. Хиро, боишься Джеффа? Немножко. Слендер, сколько человек ты убил? Тебе даже не сосчитать. Слендер, ты храбрый? Ну, меня невозможно убить, поэтому да. Слендер, кем ты работаешь в студии? Актером. И иногда помогаю достать предметы на высоких полках. Вероника, ты пошлая? Нет, ни капельки. Не верьте ей. Аня! Они пошли ебаться. Руру, твой любимый иностранный язык? Я, как и все наши работники студии, люблю, конечно же, итальянский. В принципе, половина нашей студии знает этот язык. Еще я немножечко люблю испанский и французский. Руру, любишь Анику? Ну, немножко есть такое. Не смотри на меня так. Дима Куплинов, а ты был гомофобом? На самом деле нет, не был, потому что когда меня создавали, эту функцию убрали. Так что я как бы нейтрально отношусь к этому всему делу. Это записывать. Мистер господин, какую одежду вы предпочитаете? Костюмы, рубашки, конечно же, с джинсами и все. Да. Джефф, подойди к Слендеру и скажи: мои веки, как твои тентакли, их нет. Ебанутое существо. Посленди! Слендер, убей кого-нибудь напоследок. Хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А? Пам-пам-пам-пам-пам. Да что такое? Бу. Скайп. Станцуй с Вегасом тверк. Окейушки. Oh, спасибо за ответы. Надеюсь, не устанете отвечать. Я вспотел! Я устал! Нет, это просто батарея горячая. Спасибо за вопросы, братик. Я немножечко, конечно, устал отвечать, потому что мне жарко! Ненавижу свою грёбаную батарею. А тебе жарко лишь потому, что у тебя весеннее обострение. Руру, иди ты нафиг. Нет, спасибо, я лучше пойду куда-нибудь в другое место. Ёбаная радужная херь. Если здесь впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайк, позвать друзей, задать мне вопросы. А с вами была Ника Делня и куча-куча персонажей и работников из моей студии. Всем удачи, всем пока. Я вас люблю, обожаю. Пум-пум-пум. Господи, как я устал. Господи, кроваточка.